Напишите так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот напишите мне. Ну вот, приобретение на почте, якобы Почты России. Вот читаем, что это такое. Марка. Якобы, опять-таки, Орлы. Марка Орлы. 10 рублей. Через точку. А вот теперь смотрите, что это за орлы такие. С голубыми яйцами. Орлы, они там сидят. Смотрите. Берем ее. Сейчас я положу. Она лучше будет. Смотрите. С пинцетиком сниму аккуратненько. Вот. Смотрите, что здесь наделано на ней. Опять рвется не так чуть-чуть. Смотрите, о. Как они просечка сейчас сделали, какую на ней. Сейчас другую. Вторую. Смотрите. Я не обманываю, не вру. Как есть, смотрите. Это для оплаты она. Давайте я эту оторву полностью. Но я ее не понял, игры. Я такими матками никогда еще не пользовался. Сейчас. Что это такое получится-то хоть? Сейчас, подождите. Так, открываем ее. Открываем. Опа! Во какая получается штуковина, видали? О, марка. Вот такая вот. Марка. Видели такие марки когда-нибудь? Так вот. Другую также отрываем. Зачем это сделано? Вопрос у меня возникает. Интересно. И когда при отрыве ее, может быть, они как-то гасят их, вот, ну, или, не знаю, метки какие-то ставят, посмотрите. Получается, что здесь? Ну, это меня так лично заинтересовало. Почему вот это вот именно вырывается, вот если так все сделать, оторвать, то вот это вот овальное, вот, овал вот этот вот. Называем. Ну, вот давайте еще одну для наглядности. Наталья Рыбки, Рыбка. Молодец, Рыбкина. Рыбкино, как ей угодно. Молодчага, она в эту тему втележивалась тоже. Ну вот, смотрите. Вот, вот она, вот. Сейчас надломлю, вот на глазах все делать будет. Вот она. Вот они. Раз, раз. Вот так вот. Чик-чик. Зачем вопрос? Не просто так. А. Они же ничего просто так не делают. Не вот что получается-то. Вот она, видите какая? Вот она. Эти вот треугольники, они вырываются. Вот. Раз. Смотрите. Это не раз, и все. А нет, я думал, с овалом вырывается, но все равно. Ну зачем это сделано? Есть вот какие-нибудь ответы. Что это за марка? Как это можно вот такой штукой оплатить? Ну это для оплаты же. Что это такое? Это что, рваные деньги что ли выдают? Или что это такое вообще? В общем, интересная тема такая. Филателистов бы еще поспрашивать. В общем, вот так вот как-то. А так вот, все. Самое интересное, ФГУ Почта России, реорганизована в АО Почта России, являющаяся правопреемником.
эпохах. Марка Орлы. Вот здесь вот написано. Марка Орлы. Вот это Великий Новгород. И прочая байда тут ихняя. В общем, ладно. Да пребудет с вами сила. С нами, со всеми. Растележим мы это все. Что ж тут вы так возьмете, ребятки? Ну все, на этом заканчиваю. Напишите так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот напишите мне. Городу. Так, номер отделения вашего почтового, якобы. 173. Почему? Хозяюшка, куда вы побежали? Я не буду вам сдавать, и не надо меня фотографировать. Как это? Паспорт у меня на руках. Вот еще тут, извините. Ну, Советского Союза все заполняем. Ну, что вы? Тут момент знаете? Такой. Нет, у меня уже, я уже им заполнял один раз. А сейчас я говорю, на каком основании убежала? Что это такое? Так, сколько у нас времени-то сейчас тут? 12:38. Да. Это не мои проблемы, это ваши не мои, проблемы. Не наши, понимаете, тоже. Ну напишите мне письменный отказ, напишите так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот напишите мне, городу. Напишите, поэтому вы мне не можете выдать посылку, все. Так по паспорту, что вам не заполнено, вот он, что ли? Нет, я уже заполнял вам один раз. Ну, у вас уже все заполнено. Просим, заполните. Ну вы просите, я отказываюсь. Ну тут, хотите, ну тут же, ну, ну вот тут видите, ну вот тут, вот, вот, вот вы мне, хотите, так, стоп, 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 так, вот смотрите, кому? Александр Николаевич, Александр Николаевич, это что за фрукт такой? Это адрес на континентальный шельф, очень хорошо. Понимаете, я понимаю, вот именно, вы понимаете, если бы я не понимал бы, ну, я бы вас не спрашивал бы. Мужчина, я не ругаюсь, я, кто вам ругается? Что, так тяжело заполнить паспорт? Ну вам что, так трудно написать отказ мне? Какой отказ? Ну что вы не выдаете ну, по причине? Сегодняшний приходите, тогда в понедельник. Выдаем. Да. Ну напишите мне по причине, которой вы мне сегодня не можете выдать. Куда вам написать? Ну отказ напишите и все. Какой отказ? Письменный. Мне лично, вот сейчас вручите в руки и все. Дело-то. Что написать? Что да мы не можем выдать написать. Вам посылку. Хорошо, по причине. Тогда ждите, когда станут файлы, чтобы вам это... Так, Жанна Николаевна Иванова, начальник отдела. Да. Очень хорошо. Крепко вылупились-то, да? Улыбнуться? Крепко, да, попали-то? Куда попали? Да вот сюда. Несуществующая конторка, да, и хочется, и выкрутиться как-то, и никак. Да я вам объясняю, мужчина, ну вы нормальные тут, послушайте, говорю, просто не встают файлы уже третий день. Ну чья это проблема-то? Ну это проблема интернета, не наша и не ваша. Так... Видите, когда файлы встанут, когда мы сделаем в течение часа перезагрузку. Это будет долго. Хотите? Хотите. Ну, хорошо. Через час я подойду к вам. Хорошо, если встанут, вы дадите. Перезагрузки, компьютер, пусть его будет. Лицензия-то у нас все та же, да? Такой мужчина взрослый, это и скандалит, а? Я не скандалю, я никакого скандала. Никакого скандала. Конечно, на континентальный шейф там отправляете, пишете чего-то. Кто такой вот он там? А трех? Александр, Александр, Александрович. Где такое написано в паспорте? Кому вы там мне? Что мне вам написать? А? Бредите? Через... Это ж не мы, это программа. Программа? Я потом и говорю, так она не, сейчас... так не существующая, это персона-то там у вас. Ладно, через час подойдете, подумайте. Добро. Вы не любите писать. Жули, а? Напишите так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот напишите мне. Городу. Сегодня 12-е у нас, да? 12-е? Скажу, да. Второй месяц, все правильно, да? Угу. Так, спасибо. Так, что у нас тут? Смотрим. Так, заходим второй раз, посылку пробуем получить. Так, вперед пошли. Да, только через видеофиксацию, с ними по-другому невозможно. Ну и... Стандартный набор. Это не наши паёчки на продаже. Еще раз.
13.47, 12.02.2022. Скрин прилагается. Угу. Да. Сейчас, секунду. 38.195. Благодарствую. Так. Ну вот. Алибаба, все правильно. Все. Напишите так и так. Что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот напишите мне.